Всем привет! Это Лев-канал РБНУ, и мы приглашаем приходиться к этому спиритчу 18, данный план коллекционных зданий. После серии мы засели в лесочке, и вот что из этого вышло. А теперь нужно отправить на лодке, мы отправляемся до пыльца Дерука. Надеюсь, он нас не предаст, как остальные персонажи этой игры. Победа Италии просто великолепна, мы будем с вами обязательно приедут туда и сюда. Меня предупредили, что каждый из самых трагедий Декатор, если мы не сумеем приоткрыть его, это очень облегчит станции поиски. Вот нахуя тут все сломано? Он прав. Он прав, он лев. Да, раскурялили тут все сильно. А теперь добавим дисплей. Мы допустим. Нет, вот у меня рука пустая. Вот. Нет. Дисплей. Почему ты оказался рядом? Ну, видимо, он принес. Можно быстренько тут. Это сам пределизат сиденья дивана, чтобы узнать, что ты находишься внутри него. Этим, всем. Во сколько ему забить надо было? У барона должен быть менты. Сколько? Ну и затем все это выдуло оттуда. Теперь бароны нужно как-то соединить. Потом, значит, незарядная гарпунная пушка. Ну так зарядие. На зарядку надо поставить. Пусть доедается, пока мы тут 40 минут играем. Так, ладно, я могу воткнуть дисплей. Датчик обнаружил на дне какой-то крупный объект. Великолепно, храм находится прямо под нами. Вы можете воспользоваться этим гидрокостюмом. Не волнуйтесь, здесь не очень глубоко. Ну, просто у меня были уроки дайвинга в программе «Пусть аэрология». Для меня погружение не составит труда. Это типа такой прикол. Ну и ладно, и, ну и так следует. Буи-хуи, какая разница, чем-то подпёр или весь недоволен, как слон. Нет, глядите, это Умберто и его головорезы. Скорее погружайтесь, я постараюсь задержать их. А я буду надеяться, что с ними покончено. Нужно спешить. Ии, сходил-ка нахуй. Это кто тут на деле кажется? Просто удерживать. Далеко прийти надо. А здесь красиво, как дальше, у нас нет времени наслаждаться видом. Свитки не гали, там действительно находится здесь. У нас есть полчаса максимум. В песке закопана какая-то фигурка.
сигнатора. Там раскопают бутылок, но понадобится что-то метеоропаты. Сестренок не хватает, конечно же. А кто бы сомневался? Может, этим покопаюсь. Все равно дрянь, ненужная, сломанная. Покрытие известняком сест. Не сест, а сесть. Сиза, такая есть как-то. Главный зал. Пошли поплыли в главный зал. Вода не поступает внутрь храма. Повезло. Непонятно почему, но ладно. В замке не хватает еще одного декоративного элемента. А потом найду. Выдачек. Сейчас, наверное, мы выкинем словарь. Летним туда пришли к нам благодаря Агриппине. И вот за это спасали республику. Не выкинули. Думаю, это как-то связано с тем барельефом внизу. Хотелось бы мне больше узнать о том, кто такая Агриппина. Эти руки держали какой-то круглый предмет. На. Круглый для. Старообразный. Круглый, как я. Дилобас. Заворос мне. Не хватает части барельефа. Теперь хватает. Какого бы это знает, тебе это надо. Не то какая-то фигня. Тут для себя какой-то предмет. Так, ну пошли. Тогда туда. Эта мысль так прекрасна, когда сюда направят исследовательскую группу, а потом заявку на участие. Нептун был одним из самых почитаемых божеств Антиона и древнеримских богов. Неудивительно, что в его тесть воздвигли такой огромный храм. Так, вот она. Так, находим предметы. И призрачные тоже. На курточке. Ну, пока не хватает. Лив, чел, орёл надо найти. На кусочке. Теперь вставляй. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, мне это повторять. Вот. И по 8 раз повторять надо. Парадный меч. Чё, пихнуем? Ну вот, ну вот ты гадина. Сломался. Это ракушка, наверное. Такая тяжелая и длинная нахуй. Не удивительно, что мы эти сломались. Ракушка наверняка весит как столько с битаком. Так, дальше. Пять словарик. Уже пора идти сразу выслушать, чтобы товар не использовать. Эмиссар Агриппина пожертвовала собственной жизнью, чтобы взять Нептуна. Не попали в руки людей, не подбираются ничего, кроме в абсолютной власти. Странно, но я никогда прежде не слышала об этой женщине. Интересно, кто такие дети Нептуна? Здесь должна быть фигурка. Ну, у меня только одна. И лошади башка. Да и пляска.
Иго-го нахуй. Тут где что делает? Он тут там ничего не делал. Фигурка. Надо фигурку доделывать. Тык. Что это? Да, что-то пригнуть надо. Ага, это сюда фигурки надо. Я не понял, это тогда туда пихнуть. А, вот эту фигурку туда, а эту туда. Что-то много фигурок на один квадратный сантиметр. Ну что это такое? Так, треугольнички не нашли? Нет, не нашли. И что тут делать? У меня две докачи, а делать нечего. Ну да, у меня же есть липча. Блять, ну вот липча. Он не нравится. Вот с этим достать. А можно было бы и липчами. Какая высокая ладка. Не так нормально было бы. Да и логичнее. Очевидно, что сюда надо поместить корабль, которого у меня нет. Так, давай фигурку. Давай брат. И мы ходим туда-сюда, брат, вперед теперь. Сраный бигтейкинг. Кто его придумал? Теперь я узнаю всю историю об Агриппине и детях не туда. Она так и не понял, что это дети. А что ты знаешь? А со мной не поделились никто этой историей. Так вот как выглядели те существа. Они до сих пор шокированы тем, что римлянам удалось использовать их в своих целях. А, ну их не надо поворачивать, надо просто собрать. Ну не надо, да, точно поворачивать. Значит, тут вот эта кучка. Есть. Она не подходит. Да, не надо поворачивать. Что-то не идет. А, вот кажется. Подошло. Так, ну тут какая-то... Блин. Да, дальше. А, думаю, я тут вот... подписано чуть-чуть. А, не одинаковые, что ли? Да нет, чуть-чуть нет. А может и так. Водоросли есть.
А это мне доросли. Мара фигура к нему ничего не подходит. Хотя вот эту фигуру вот, можно неправильно. Эта штучка. Вот если такой ракушки не хватает. Тут как-то не очень совпадает. Если что-то не хватает, значит я перепутал. Что неправильно. Не сходится вот тут вот. И вот эта ракушка как-то не сходится. Так, теперь сходится. Теперь это тут не сходится. Теперь тут не сходится. Тут вобла нарисована. Вот тут вот тоже вобла. Но мне это не нравится. Да мне эта звездочка-то совпадала. Хотя вот тут не очень совпадает. А эта звездочка совпадает. Больше таких звездочек нету. Что бы тут еще такое навратить? Или почти правильно собрала Лёя. Тоже что-то неправильное. А, ладно. Хороший. Наконец-то мы сменили поясение лупины в Тунадо. Нам ведь Бог хочет получить назад свой могучий или любить. Ну и на. Надеюсь, ты меня не убьёшь за такое. Опа.
Проход. Открыть новый проход нужно быть очень осторожно. Что происходит? Кто здесь? Думаю, что ты избавишься от меня, верно? Ха, я не рискну не прикажу поговорить за тем, что может обеспечить мне быть бедную старость. Только взгляни на это, что это великолепие. Не могу ли я просто так подводить кому-то это забрать? Я же знаю, что тебе уже не терпится взглянуть, куда придет проход под старшей. Не, обращай внимание на меня и мою гарпунную пушку, ну вперед. Лучше буду делать то, что он говорит, только бы он меня не выстрелил. Он настроен очень серьезно, лучше я исполню его приказ. Должно быть соседство, которое было написано в последнем свете, лежали именно здесь, на невеликих останках. Это слава есть огромная дыра. О, нет. Не смотрите, хочу предупредить вас, он будет отправиться до вами. А ты вынуждены уже в пульсе. Я только что разобрался с его людьми, их уже арестовали. Слава не быть самым прятком, послушайте. Мне нужно, чтобы вы стали моими глазами. Если вы видите что-то странное, делайте снимок и пустите мне. Хорошо, что хотя бы две руки не пострадали, вы их поймали. Я и один остался, и это ненадолго. Он меня там не снимет и посадит. Или нет. Я могу отнять кусок камня чем-нибудь тонким. И ебать по этому чудику. Ну и как? Темница. В эту темно пиздец. Ебанучи как темно. Ничего себе. Я чуть бы до смерти не испугалась. Нужно посадить с него скелета Альвара. Ну, а фотка и Wi-Fi заработали. Мисс Уотерс, вы понимаете, что вы нашли этот скелет и его плевлодона? Это значит, что хотя бы несколько особей дожили до человеческой цивилизации. И вы плевлодоны, это кислые летели из русского периода. Получается, древние римляне действительно поймали их и использовали качество оружия. Это потрясающее открытие, Мисс Уотерс, ваша карьера поднимается в гору. Прошу вас, захватите на поверхность хотя бы небольшой кусочек скелета. Господин Дерука прав. По возвращению на поверхность я должна зарегистрировать открытие подобающим образом. И вон сердце лепашку. Мою. Сундук заперт. Но откроет лишь штука нудной формы, короче. Ну что ли это? Золотик почему-то не берется. И тут я ничего не играю. Но у меня тут играет что-то интересное. Все практически полностью покрыты известняком. Я легко ее сломаю. Бах-бах-бум-бум. Разобрал все кандалы. Так, римский дезер. К несчастью, мне придется сломать чудо-ловицу одно или два ребра. Только так я смогу осмотреть тот, кто летит внутри скелета. Только не ломаются пока. Да надо тебе. Что-то мне инвентарь ты показываешь, алло. И почему нечем? А тут есть еще что-то? У меня мало очень зон.
Да, мы тут пара квинматериал, парно. Вот для выбора. Вот и все карточки. Так, читаем, а то надо кончить скоро вот. Сицилия, самый большой остров в Средиземном море. Сицилия является частью одноименного региона Италии. Самые известные достопримечательности острова являются Граэтна, один из самых активных вулканов мира. Самые ранние среди деятельности человека на острове датируются 12 000 годом до нашей эры. Сицилия и Хальмида, мифические морские чудовища, по легенде, обитающие где-то в Мессинском проливе между Сицилией и материковой частью Италии. Впервые их упомянул Гомер в одной из своих поэм, где Сицилию он сравнил огромной скалой, а Халибду с водоворотом. Сегодня идем быть между Сицилией и Халибдой, а означает, что человеку приходится выбирать одно из двух. Гидролокатор. Устройство для обнаружения объектов под водой и изменения глубины воды. Оно работает и спускает звуковые импульсы в воду и вычисляет время их возвращения обратно. Механизм использует технологию сонара, которую впервые применили Леонардо да Винчи в 1390 году. Нептун, римский бог морей и пресной воды, его древнегреческим коллегой является Посейдон. Помимо моря Нептуна также связываются с людьми и скальчиками. Его символами считаются чудовища, дельфины, лошади и беги. Лиоплевродон. Хищные морские рептилии из юрского периода. Они были крупными подводными хищниками и населяли все моря и океаны того времени. По оценкам ученых, взрослые особи лиоплевродонов были длиной от 21 фута. Название этому виду дал француз Генри Эмиль Сивец. Тут непонятно, где это год или его рождение. Дата открытия, либо год рождения непонятно. 21 фут это 640 сантиметров, ну то есть в 8 метрах 6,5 метра почти, очень большие. Хотя не очень. Я думаю, больше будет. И оно приводится в древнегреческое, как градкие зубы. Ну хорошо, а теперь это вставляем сюда. Нет, вот сюда, нет, сюда. Опять из ППшка. Это у нас призрачный предмет. Он выделяет тем, что он как-то это не похож. Ну, как будто из другой эпохи. Бывает, не очень выделяет. Вот где он? От нас осталось копье. Ага, вот он. На, я два проебал. Копье. Да что ты мне отклоним от ванности, блядь, ты ебал. Мисс Уолтис, мы здесь, что главное, двигаться прямо к храму. Я выделил вас с помощью гидролокатора. Убирайтесь оттуда как можно скорее. Боже мой, стоит прислушаться к его совету. А, он меня не заметил, а знает, что у меня есть возможность вывести его из строя.
Так тебе и надо. Выбираются отсюда. Да ладно, Эн, ты только подумай, сколько денег мы получим, если продадим сокровища. Даже если мы заберем половину, нам хватит их на всю оставшуюся жизнь. Ну нет, я не такая, не подкупная ёпта. Неужели ты не можешь вот на минуту добиться науки и исследования? Дура ты тупая. Это может изменить твою жизнь. А не правда верит, что сможет убедить меня помочь ему украсть артефакты? Ха! Этого еще не хватало. Здесь должна быть еще одна украшенная ручка, и мне явно стоит поспешить ее поисками. Готово, нашли. Так, у меня тут много штучек. Ну надо, чтобы там мельчить, чтобы там это и чтобы это. Так что впадало. Чего-то. Вот и тут пусто. А то я могу только поворачивать и сдвигать их вот так вот делать. А как выбирать объект? Один который. А вот в этом квадратике этот объект выбирается. Его надо поменять. Там мне надо будет двигать их оба два. Эти то мне надо поменять. В принципе, не особо тут что-то не надо было менять, только их надо сдвинуть так. Ну, можно и так. Не, я не хочу тюрьму, я лучше умру. Не, мою смену. Теперь мы должны выбираться отсюда. Давай отсюда махнем. Блять. Ну что это такое? Что типа, что слили концовку, вообще у неприятной концовки. Взяли, слили, но нахуй я неприятно.
вот это надо прочитать. Ну, в общем, тут, в принципе, все то же самое, что и в прошлых частях написано. Вот. Это иногда не очень хороший переводчик. Пока тут это не переводит, ну, а что я могу поделать? Мы сляем тебе, плеер, игрок, да, ну, то, в общем, спасибо, что сопровождал нас в этом и все о том приключении. Вы смело прошли через эти высокие нестабильные волны, забрались на высокие пики скал, посмотрели в лицо опасности и прозвали эту историю. Ну, в общем, историю, да. Мы достигли конца этого приключения, но дальше будет много других. Пока палец судьбы будет нас вместе, мы рады видеть вас. Как-то так. Отлично, вы прошли игру, и теперь вам доступна дополнительная глава. Да-да, пизда. Убери это. Вот что я не понял, нихуя, или что посмотрел. Вот храм тонет. И что это значит? Ну все, конец 2 секунды. Охуеть просто. Мы снова упали после 2 колонны, и тут что, это какая-то рыбина к нему подвигается. Но она может и переплыть мимо. Вообще, это, ну, это можно... Это вообще никуда не годится, это конец дебильный. Может быть, специально с коллекционным изданием что-то раскрыть. Ну прям, ну, дебильный конец. Ничего не понятно, ничего не интересно, это скучно и непонятно. Спасли ли мы этого мудака? Ну, наверное, спасли и посадили. Можно только так догадываться. А может, бонусы играть что-то еще и про него будет, и про эту рыбу, и про этот храм. Храмный храм, получается, называется. Надо как-то так серию назвать. В общем, что по игре? Игра получилась вот интересная, и мне кажется, я не взял бы в серии эти символы, которые я может быть какие-то новые головоломки по форме и содержанию. Вот. Ну, то есть, бывает, они, ну, повторяются иногда, конечно, из игры в игру. Вот сколько тут мини-игр. Тут есть. 504 будет. Вот. Ну, понятно, что 15 вы добили, пазлы вы добили. Ну, это было после чистах, точно. Эти были тоже после чистах. Буду следовать. Эти тоже были после чистах. Эти я не помню. Может, эти новые. Хотя они не очень сложные для придумки. Эти. Не помню, но вместо этого надо было что-то еще другое место делать. Вот. Когда помните, такая была, ну, часть, которая японская. И там был, ну, у меня там дети, такой дым, чувак был, я не помню, какая-то, ну, часть где. Ну, там дымный чувак, и там такой этот, и там бутерочек вся была. Вот. Ну, я думаю, понятно будет. Это за игра, ну там просто ищите по прямую этот длинность, показывайте эту позицию. То ли 11-13, то ли типа того. Вот. И там, когда вы на вертолете, мы поднимались к нему или от него. Там, ну вот что-то надо было мысли прокрикивать. И, по-моему, где эта баба в вертолете была, может быть, в другой части. Там тоже надо было что-то прокликивать. Вот. Ну, вот такая игра. Не, ну, не хорошо, не плохо, но конец прям, ну чё.
Да хуйня такая, ёбаный рот. Разработчики накосячили один раз, переводчики накосячили два раза. В итоге косяка 3 на 3, 9. Рифку, да, получается, рифку убьёшь. Ну да, куда тебе математика, математика от Бога. Я прям вынесу, так не понимаю. Четырнадцатая часть, это нахуй. Ну вот тут вызрот есть, и вот длинный чувак есть, что какой-то из этих частей, значит, есть, ну, тыкарки мышкой, опять же. Типа таких, но не такая. Хотя тут тоже тыкарка. Ну, ладно. Вот. А ту вторую, ну, хотя она об этом для части. Вот тут Калла. Что тут есть написано? Каламбант обманщица. А ты там есть такие, ну, аналогичные тыкарки. Ну или не аналогичные, я забыл уже, что только что сказал. Ну, а на этом весна было бы не закончить, да и день после месяца. Всем большое спасибо за просмотр этого видео на канале. Вот, ура. Подписывайтесь на канал, на сообщество ВКонтакте и Телеграм, пишите длинные комментарии, нажимайте на колокольчик и делайте донат. Всем пока!